В связи с аномально теплой зимой в этом году сезон березового сока начался на несколько недель раньше. Однако лесничий утверждает, что это не повлияло ни на качество, ни на количество добываемого сока. Сейчас узнаем, как проходит процесс. Березовый сок – традиционный напиток в наших краях. Издавна лекари уверяли, он обладает исцеляющей силой. В народном календаре даже есть праздник, посвященный напитку – 11 мая. Именно в это время раньше начинали сборы, пока климатически не сдвинулось наступление тепла. Мы прогнозировали, что в этом году березовый сок пройдет довольно быстро, но погода не вносит таких существенных корректив. Сок, конечно, движение сокодвижения началось намного раньше по уровню к прошлому году. В этом году мы начали изготавливать сок с 4 марта. На данном этапе мы заготовили 770 тонн. В лесничестве с нами поделились правилами заготовки. Надрез на дереве должен составлять от 2 до 4 сантиметров в глубину и 50 сантиметров от земли в высоту. Допустимый угол наклона не более 30 градусов. Если все этапы выполнены правильно, забивается лоток и подвязывается мешок. В сезон с одной березы можно собрать около 20 литров сока в день. Расскажите, как цвет влияет на качество и вкус березового сока? Цвет никак не влияет. Минимально вкусовые качества чувствуется, что отдает более березой. Вот. Первый сок, он желтый идет, потому что первый. В дальнейшем уже как бы фильтруется, получается прозрачный беленький сачок. Идеальное погодное условие для заготовки сока – днем не более 10-12 градусов, ночью не выше нуля. В лесничестве прогнозируют, что в этом году движение сока будет продолжаться еще 3 недели. Важно знать, что желающие собрать сок должны обратиться в лесничество и получить разрешающий документ. Приобретать, конечно, лучше всего непосредственно в лесу на лесосеке. Мы реализуем сок во всех лесничествах, за исключением Боролянского спецлесхоза. На любой сайт заходите нашего лесхоза и смотрите, там есть контактные телефоны. Вы звоните в лесничество, договариваетесь с представителем лесничества, выезжая, если хотите взять сок прямо с лесосеки, приезжаете в лесничество и оплачиваете, берете квитанцию, едете на лесосеку, и вам отпускают сок. Цена на березовый сок в этом году составляет 44 копейки за литр в Минске, в районных центрах от 20 до 30 копеек. Если обращаться напрямую в лесосеку, сок можно приобрести на 20% дешевле. Если вы собираетесь самостоятельно заготавливать целебный напиток, делайте это максимально бережно по отношению к деревьям.